Мы жители города Новомосковска, проживаем на Гипсовом, по улице Малая Зеленая, 5. У нас здесь вечные проблемы с канализацией, со светом. Ничего не хотят делать ни какие органы, ни ЖКО, ни администрация, куда только не обращались. Канализация находится прямо в подъезде, открытые у нас, получается. Раз, да, бывает там сколько, 3-4 раза мы вызываем аварийную службу, чтобы нам прочистили. Даже бывало, доходило, что с нами аварийная служба разговаривала на матах. Вот она даже дочку соседки посылали там. В общем, ну, ужасно разговаривали. Свет у нас тоже бывает отключается. Ни фонарей, ничего нету. Как бы детям играть в основном, как они даже в подъезд зайти. Запах невозможный, машинка стиральная стирает. Запах тоже на весь подъезд, на всю квартиру невозможно. Вызывали ЖКО, нам сказали то, что 10 лет назад были поменены трубы. Но когда ЖКО приехал, не ЖКО, а аварийная служба приехала вот в канализационный люк, посмотрели, сказали то, что трубы надо менять опять, складываться деньги, ну, как бы все вот это вот. Живем как будто в другом государстве. Ни для детей ничего нет, ни одного фонаря, темень. Идешь с ребенком из сада или в сад темно. То ли в люк провалишься, то ли в лужу наступишь. И то же самое вот канализация. Канализация замучила без конца. Родители на работе, вот придешь с внучкой сидеть и не знаешь, куда обращаться, куда звонить, что делать. Измучились, помогите, пожалуйста. Песочницы нет у нас для детей, конечно. Привезли песок, но детям играть в этом песке не разрешают. Накрыли его и закрыли этим песком люк, для, где находится вентилятор отопления. Если вдруг порыв какой-нибудь, да, попробуй туда влезть в этот люк и отключи этот порыв.